Здравствуйте, мои дорогие. Я снимаю видео на свой iPhone. Конечно же, сейчас, обдумав все, я бы, наверное, не решился взять iPhone в такой большой заем под проценты на 4 года, но... Что поделать? Там еще было две наклеечки в комплекте. Одну я дочке наклеил на телефон, одну вот себе на системник наклеил. Вот, вот у меня теперь такой яблочник. Мой системник. Тоже был как бы это Asus. Вот. Asus в прошлой жизни. Перешел на LG, теперь Apple. Вот у меня MacBook. Может, скоро будет. Вот. А начиналось все с Атлон. Ну, как-то прикольно. А, еще... А, и здесь LG. Ну, главное, что вот последний логотип у меня Apple. Все, это стабильно Apple. А вообще, как бы, видео я хотел посвятить детству. Вот у меня есть качели. Конечно, это глупо, я вам скажу. Ну, а что поделать? Глупо, не глупо, когда есть качели. На улице, конечно, это же глупо. Мы же уже все взрослые. А еще, будучи ребенком, я помню, мама моя тоже любила так сесть, покачаться немножко. А я маленький был, договорил... Куда ты залезла? Слезь, сейчас сломаешь. Сейчас порвется там, оборвется. Это я тогда просто еще не понимал, что взрослым тоже хочется иногда побыть детьми. Ведь сколько бы мы взрослыми ни были, главное оставаться немного детьми. Это... Так прекрасно ощущать себя немножко ребенком. Этот iPhone, конечно, ну да, у меня были вначале такие эмоции, что как бы вот типа, ну, много денег, все такое. А с другой стороны, я вот как в руки его беру, так мне как-то так хорошо. Это аппарат будущего. А раньше мне хотелось лучшее разрешение, лучшее качество. Я все время в роликах, как сейчас помню, жаловался, что вот мне бы еще чуть-чуть дотянуть, там еще пару пикселей, чтобы солнышко покрасивее отражалось. Добился. Сейчас такой формат, что, скажем, 4000 там на 3000, еще 240 кадров, это максимум. Я люблю так 120, это, ну, то есть, чтобы так идеально в замедленном виде, это так прекрасно. Один ролик за 5 минут выскакивает... Ну, почти 7 гигабайт. Ну, так, веселуха. Самое интересное, что после того, когда я выкидываю этот ролик, я не могу его в этом формате сам для себя открыть. Мне приходится ставить качество поменьше. То есть, если HD... 700 еще открыть можно. HD 1080, ну так уже более-менее. Модемы хорошие у меня. А вот процессор немножко не дотягивает. Наверное, надо 16-ядровый процессор, чтобы это все было. Но я уже не буду. Это гонка бесполезная. MacBook потом как-нибудь выплачу iPhone, потом уже буду думать про MacBook. Пока
Вот у меня одна задача. 4 года надо платить, скажем таки, кругленькую сумму. $65 в месяц на 4 года. Блин, это в совокупности очень кругленькая сумма, если кто понимает. Посчитать просто $65 умножить на 48 месяцев. Это сумма, конечно, кругленькая. И голова тоже идет кругом. Ну, я думаю, все будет хорошо. Мне что-то подсказывает, что если мне одобрили, пожалуйста, я не думал, что мне даже одобрят. Но раз уже одобрили мне этот кредит, я думаю, может все наладится, все будет хорошо. Я вообще не знаю, чем я думаю. Сижу на качеле. Ну, в общем, детство, ты куда ушло? Где уютный уголок нашло? А как хочу, а детство милого мне не догнать. Остается с грустью понимать. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Никогда у меня не было самоката. Что-то я не припоминаю. Маленький велик был. И то недолго. Потерялся. Наташку никогда не дергал за косу. Просто играли в песочнице. Нормально было все. Зачем за косу дергать? И так все было ништяк. Ну, у каждого свое детство. Наверняка у вас детство самое лучшее. Пишите в комментарии. Особенности своего детства. Я поделюсь своими. Счастья вам, удачи. Подпишитесь на мой канал, если позволит вам время. И смотрите мои безумные ролики. Простого, открытого человека. Счастья вам, удачи. Всех благ. Пока-пока.